Всем привет. 3 марта. Завел ласточку. Сейчас будем обметать. Трошки у нас насыпало. Называется весна. Правда, температура минус 3 сегодня. О, видно, что новая почта. Дворники снимал. Так, теперь главное выехать, надо откопаться, потому что трактор прошел. Я через этот буртик не знаю, что выйду. Ну вот, очки, откопался. Теперь будем пробовать выезжать. Пошла, родимая. С утра трактор прошел, конечно, он кутюгуры навалил. Как выезжать, фиг его знает. Он бедную Таврию засыпал. Такое у нас 3 марта. Вот, а мы не едем, потому что снег рыхлый. Мы не едем. Полезла. Экстремальное вождение сегодня будете чувствовать. То был морозец этих 2 дня, 12-13 градусов. Снежок сухой. Сейчас у нас минус 3. Вот, пожалуйста. Так что зима у нас продолжается. Сугробы по пояс. Сегодня 3 марта, суббота, время 8:42. Вот. Видим, трактор ходил с утра. Сейчас посмотрим, что у нас на дороге творится. Вот, снежок сверху падает с крыши. Засыпает. Жигуленок или жигуленком пытаются вытащить. Дорожка вроде как чистилась. О, пошел на красный. Вы стойте, а мне надо. Буквально вот 2 секунды загорелся зеленый.
Зимой столько снега не было, как весной. Я даже не знаю, как сегодня доставочки делать. Там есть кожуховка, я уже знаю, которая на сегодня, на субботу. Сейчас посмотрим, что там еще есть. На столичный ЖК там матрас был. Что нам еще привезли? Сейчас посмотрим. Так что вот так вот. Водушки, спускаемся в центр. Даже на встречку идет машина, подъемчик чистит. А посыпать? Чистит она, чистит. А посыпать? Не посыпает. Вчера снега не было, вечером пошел. Это вроде поразбивали, и асфальтик уже был. У нас возле первого отделения трактор был, порасчищал. Нате вам, за ночь опять навалило. Сейчас посмотрим, как мы будем заезжать на первое отделение. Вторая идет. А чё ковш не опустить? Вот чё вот спрашивается? Опусти и пошел. Так, не посыпаю и не чищу. Смысл, что ты идешь на гору? Ну, центр. Прошлись. О, на второй я точно не заеду. Там чугура навалена. Да красный, блин. И все равно пошла. Я проехал, и она пошла. Да? Понимаешь.
красавчику. Я надеюсь, не понаставляли машин. Кружки есть. Так он снег ест, джипами позагребались. Тут тоже товарищ откапывает, чтобы встать нормально. Все, молодец. Ну, пока свободно. Время только 9. Самый пик у нас 10-11. Неужели? Я не верю своим глазам. Третья машина. Значит, есть все-таки Васильковый техник. Там что стоит? Смотрим заезд на Мрево. Дорожники у нас находятся там за нами дальше. Чистили они или не чистили? Что-то чистилось. Что это проходило? К нам нифига. Одна колея, это то, что видно, наша машинка с утра вот нас засыпала, блин. Ну, я не знаю, куда ж ты лезешь, блин, ё-моё. Вот. Наша утренняя машинка колею пробила. И на этом... Весело. Снег сверху сыпется. Кошмар. Смотри, вчера трактор был, все почистил у нас. Ну и как теперь встать под рампу? Да. У нас памятник семерка. Которая поломалась, хоть от рампы ее оттащили. Ну вот мы приехали. Вот попробуй теперь припаркуйся, блин. Памятник поставили.
хоть раком поставь, блин. Такая у нас парковка.